Добрий вечір всім. Дякую, що в постсвяткові дні знайшли в собі сили натхнення прийти до Айзону. Сьогодні наша арт-середа складатиметься з наступних двох частин. Перша частина – це невеличка презентація від Поліни Чоні, дизайнера, яка розповість про проєкт, який вона створювала разом з молодими художницями з Etching Room. Number one. Це Кристина і Аня якісь там заховалися. Ось. І, власне, частину проєкту ви можете побачити тут в рамках виставки невеличкої. І потім всі, хто досидить до кінця презентації, матимуть можливість відвідувати вино і солодощі, які теж принесли з собою дівчата. Все, передаю слово Поліні. Так, здравствуйте. Меня зовут Полина, и вот это совместный наш проект с девочками. Девочки прячутся чуть-чуть, ну, в общем, я их представлю. У них здесь была мастерская до недавнего времени, сейчас они переехали в новое помещение, но, собственно, вот так она выглядит. Девочки занимаются графикой, гравюрой, линогравюрой, афортами, вот. И, собственно, они были вдохновительницами этого проекта, потому что я немножко в другой среде работала. Я дизайнер одежды, и сейчас я работаю в кино. Вот. И девочки предложили мне такую идею. Им очень, они вдохновлялись немецким немцами. Они сделали проект, собственно, очень похожий на наш, но по идее немножко отличается. Этот проект заключается в том, что немцы отпечатывали на футболках и на какой-то продукции люки канализационные. Им очень нравится, как это выглядит, и они, собственно, придумали печатать таким способом принты. Мы же немножечко переработали эту идею. Мы решили идентифицировать Киев с помощью отпечатков не только люков, а всяких интересных фактур, мест. В Киеве безумно много домов с историей, которые достаточно много информации в себе несут, и эти дома, к сожалению, разрушаются. Вот. Мы решили попробовать отпечатать кусочки этих домов, не только домов, улиц, заборов, балконов, ворот, на ткани, собственно, вот на футболках. С чего все начиналось и чем мы вдохновлялись? Ну, собственно, первое, что я уже сказала, это творческий коллектив из Берлина. Они печатают крышки люков, коммунальные решетки вот, в качестве принтов. У нас тоже, собственно, есть пару канализационных люков, если вы заметили, на футболках. Но мы решили пойти более обширным путем. Еще мне безумно нравится фотографировать какие-то кусочки города, фактуры, собственно, потому что я работаю с принтами. Вот. Меня это вдохновляет, и мне кажется, что в этом можно найти что-то новое в обыденных вещах, в каких-то трещинах, в фактурах асфальта, в решетках, найти что-то особенное, что-то новое, вот, и посмотреть на это по-новому. И вот девочки предложили мне, собственно, попробовать это печатать на футболках типографической краской, вот, такие делать оттиски. Мы решили попробовать переосмыслить символы районов, ну, вернее, переосмыслить. В каждом районе есть какие-то свои особенные здания, свои особенные улицы, вот. И мы решили как-то придать этому внешний облик. То есть, допустим, вот футболку, которую вы видите возле
на стенке. Это футболка, отпечатана на картографическом заводе на Лукьяновке, там, где я работала в патокастудии. Я постоянно ходила по лестнице, смотрела на пол, и мне безумно нравилась эта звездочка. Я думала, что же здесь было перед тем, как, собственно, там организовалась наша студия и начали работать другие организации. Вот. И по Киеву есть очень много мест, которые, ну, собственно, достойны нашего внимания, и которые мы решили как-то увековечить в принтах футболок. Вот, собственно, вот эта вот звездочка, о которой я сейчас говорила, это кусочек плитки напольной. Мы также искали какие-то интересные фактуры по городу. Мне очень нравится идея того, что ничто не вечно. То есть все проходит, все меняется. И как-то вот увидеть эту мимолетность в каких-то вещах, то есть в разрушившихся домах, облупшившаяся плитка, которая опала, какие-то застывшие следы кошки или собаки в бетоне или в асфальте. Ну, собственно, вот это вот мои фотографии, то, чем я вдохновляюсь, когда мы ищем какие-то фактуры для того, чтобы их печатать. Вот. Ну и как мы это делаем? Значит, сначала, конечно, мы изучаем какие-то места. Может быть, у нас уже есть какие-то места, которые мы хотели бы увековечить или перенести на футболку. Вот. Это могут быть улицы, дома, мосты, все что угодно. И, конечно же, поиск интересных фактур. Собственно, на фотографии это дом, который разрушился практически уже на БЖ. Вот. У него безумно красивые решетки балконов, лепнина. Ну, до лепнины мы, конечно, не добрались, она слишком высоко. Ну, вот решетку попробовали отпечатать. Вот. Это дом на Большой Житомирской. Мы, кстати, когда пришли туда печатать, там были строители, они реставрировали этот дом, ему больше 100 лет, вот. И они сказали, что завтра этих ворот уже не будет, они будут их очищать и как бы защищать и приводить, ну, реставрировать. Собственно, мы отпечатали то, чего уже сейчас нет. Вот. Мы наносим краску валиком на поверхность, потом прикладываем футболку или сначала обкладываем фактуру, которую мы хотим именно отпечатать листиками, чтобы не запачкать ткань. Ну и, собственно, прокатываем валиком эту ткань сверху. И вот получается такой отпечаток. Вот. Ну, это тоже фотографии каких-то фактур, которые мне были интересны. И, конечно, не все мы еще отпечатали. Некоторые, до некоторых мест не так легко добраться или мы просто не успевали. Но как бы начало положено. Мне кажется, это достаточно интересный проект, который имеет место быть, и он может развиваться. Вот. Это тоже заброшенный дом на ВДНХ. Это был какой-то ресторан. Вот. Мы нашли там куски лепнины с надписью «Киев». Ну, две буквы буквально сохранились. Но это тоже достаточно интересно. То есть мне кажется, что если ты живешь в городе, и ты интересуешься историей, ты интересуешься местами, в которых ты живешь, тебе хочется подать этот город как-то по-особенному. То есть как-то, как не видит никто, и оно вроде как и близко всем, и очень оригинально. Вот. Значит, мы сделали этот проект, еще начали делать этот проект еще в 2016 году. Вот. Я тогда была курировала молодых дизайнеров на Ukrainian Fashion Week. И мы сделали такую маленькую презентацию, инсталляцию, вот, собственно, Ukrainian Fashion Week. По результату этого мы решили сделать в изоляции тоже фотосъемку с моими друзьями, в общем, отснять эти футболки. Ну, вы видите сейчас результат этой фотосъемки на экране.
Вот эта футболка мне безумно нравится. Это мы печатали тоже здесь недалеко, на Подоле, отпечатки следов кошечки или собачки, я не знаю, кто это. В общем, мне безумно она нравится. Ну вот, собственно, эти принты вы можете наблюдать здесь. Я могу сказать, что пошить футболку — это вроде как очень легко, но в то же время мы столкнулись с такой проблемой, что размер у всех разный. Покрой тоже всем нравится свой. И если продолжать этот проект, мы не отшивали сегодня футболки, вы видите просто куски ткани на стенах. То есть это не готовые еще изделия. Но если, допустим, кому-то приглянется принт, и он захочет пошить себе футболку, мы сможем это сделать уже под человека. То есть это принты в одном экземпляре, их не напечатаешь тиражом, потому что это достаточно уникальные вещи, вот. Поэтому мы решили не шить футболки, пока не найдется человек, который захочет себе эту футболку. Вот. Ну и, собственно, почему? Потому что размер разный, потому что дизайн тоже можно сделать разный, ну и пошив. Вот. Это все. Теперь можете просмотреть принты, если вы их еще не просмотрели, ну и угоститься вином. Все. Спасибо большое.